Добрый день. Построена математическая модель числа болеющих в Москве. Число болеющих – это число заразившихся минус те, кто выздоровел уже, ну и, к сожалению, умер. Итак, на чем основана данная модель? На прогнозировании временных рядов и на гамма-распределении. Мы берем фактически данные, здесь они отмечены оранжевым цветом, и на их основе пытаемся спрогнозировать дальнейшие изменения. То есть примерно в начале июня у нас пойдет, мы выйдем на так называемое плато, сейчас модное слово, и дальше число заболевших пойдет на спад. Здесь это кумулятивно именно число болеющих. Для чего прогнозируется именно этот показатель? Для того, чтобы спрогнозировать, сколько коек потребуется. Да, понятно, что часть из них болеет в легкой форме, но вот число официально подтвержденных случаев заразившихся минус официально выздоровевших и умерших будет порядка по только Москве 140 тысяч. То есть у нас будет болеть примерно 1% населения максимум. Дальше, если мы посмотрим на изменения день ко дню, то мы увидим, что максимум он будет достигаться примерно в 10 мая. Дальше уже число зараженных минус число выздоровевших каждый день будет уменьшаться, и, наконец, оно вот здесь, как я уже сказал, в начале июня стабилизируется и пойдет на убыль. Так выглядит ситуация по Москве, а по России будут тоже порядка 1% болеть, это будет где-то 1 150 000. Но пик уже будет достигаться позже, где-то в конце июля. Вот такова модель на основании статистических данных. То есть статистика вещь достаточно упрямая. Кого интересуют какие-то технические вопросы построения вот этих всех трендов, они могут посмотреть отдельные видео на моем канале.